считаю, что, ну, не считаю, у меня уже, наверное, все на 100%, что мы будем зимой у вас здесь на горнолыжке. А скажите, а вы зимой здесь тоже? Конечно. Просто тепло надо? Катаюсь, да? Летаю. Да-да-да. Вот. Если я попросил встать на ноги, если я не попросил становиться на ноги, не надо. Зависит от ситуации. Просто слушай меня, я тебе скажу громко, не могу. Да. А вот я их не могу сильно. А, вот я собрала стоп, да. Не парься, расслабься. Хорошо, я поняла. Там не столь важно. Главное, я не пробую. Да-да-да. Да. Я знаю, у нас раньше. Отлично, да. Спасибо вам огромное. Татьяна, мне очень повезло, да, Татьяна. Татьяна. Ну круто, что? Просто бомба. Не плакала, не кричала? Да нет, прилично себе уже выросла, да. Просто Стеша боится, что когда она полетит, нет, станет... это для самых трусливых, говорю еще раз. Да? Ничего, правда? Не бойтесь, очень круто. И с вами летают замечательные инструктора. Молодец, все здорово. Молодец. Да. Это ваш первый полет. Какая? Это первый мой полет, потому я очень на эмоциях, но и не совсем могу. Спасибо. Ребят, Гудаури, Грузия, Анатолий, Скайп-Антина команда. Приезжайте, летайте с профессионалом. Да, я вижу. Очень здорово. Тишина такая.